Дэвид МакКэмпбелл является лучшим асом палубной авиации США времен Второй мировой войны и рекордсменом союзных войск по количеству воздушных побед в одном бою. Учитывая, что непосредственно как пилот он участвовал в войне недолго, всего около 8 месяцев, и совершил за это время только 72 вылета, можно достаточно смело утверждать, что Дэвид МакКэмпбелл имел очень высокую для летчика-истребителя боевую результативность. К тому же он является автором самого высокого рекорда среди западных союзников по антигитлеровской коалиции. В одном бою Дэвид ухитрился сбить 9 самолетов противника. Дэвид родился 16 января 1910 года в городе Бессемер, штата Алабама. Его путь в авиацию был нелегким. В 1929 году Дэвид попытался поступить в авиашколу, но был забракован медкомиссией из-за зрения. Не желая напрасно терять время, молодой МакКэмпбелл сдал экзамены в гражданскую высшую техническую школу, а в 1932 году поступил в Стаутонскую военно-морскую академию, которую закончил в 1936 году в звании энсайна, младшего лейтенанта резерва флота. Вскоре ему удалось приблизиться к своей мечте. Энсайн МакКэмпбелл был призван в авиацию флота на должность авианаблюдателя. Дэвид вновь пытается поступить в авиашколу, чтобы стать пилотом. И вновь медкомиссия бракует его. Однако неугомонный МакКэмпбелл идет другим путем. Он проходит гражданскую медкомиссию, и та признает Дэвида годным к летной службе без ограничений. Военным врачам пришлось уступить авторитету светил медицины, и Энсайн МакКэмпбелл стал наконец-то учащимся авиашколы морской авиации. В 1938 году Дэвид получил диплом пилота-истребителя и начал службу на авианосцах США. В начале войны против Японии Дэвид МакКэмпбелл занимал должность палубного сигнального офицера-финишера на авианосце «Уосп». Его авианосец сражался в 1942 году с японцами, но Дэвид тогда в боевых вылетах участия не принимал, занимаясь обеспечением полетов истребителей и бомбардировщиков. Впоследствии он был назначен командиром 15-го авиакрыла и много времени и сил потратил на обучение молодых подчиненных, во главе которых Дэвиду предстояло вступить в бой. Только весной 44 года командир, капитан третьего ранга МакКэмпбелл вместе со своим крылом прибыл на авианосец «Эссекс» в Тихий океан. С апреля по ноябрь 44 года он принимал активное участие в рейдах на остров Маркус, в охоте на индеек у Марианских островов, в воздушных битвах над заливом Лейте. Основными задачами 15-го крыла в это время были атаки наземных целей на островах и штурмовка японских кораблей. Воздушные бои с самолетами противника являлись делом второстепенным. И истребители МакКэмпбелла вступали в схватки с ними, только защищая свои бомбардировщики или прикрывая от японских атак американские корабли. Тем не менее, за короткий срок участия в войне 27 пилотов-истребителей 15-го авиакрыла стали асами. На их счету было 315 уничтоженных в воздухе японских самолетов. Еще 3 вражеских истребителя сбили бомбардировщики крыла. Кроме того, совместными усилиями истребителей и бомбардировщиков группы МакКэмпбелла на земле было сожжено 348 японских самолетов, из которых в зачет пошли 313. При этом за все 8 месяцев боев крыло не потеряло в воздушных схватках ни одного самолета.
Правда, несколько машин погибли при штурмовках от зенитного огня. Такой успех объясняется высоким уровнем подготовки американских летчиков и умелым руководством командора МакКэмпбелла. О командирском таланте Дэвида лучше всего говорят неординарные успехи его неуязвимой группы и то, что несколько раз ему поручалось руководство самолетами всех участвовавших в сражении авианосцев. Сам Дэвид МакКэмпбелл наравне со своими подчиненными активно участвовал в боевых вылетах, налетав в боевой обстановке за 8 месяцев 220 часов, совершив 72 миссии, в 61 из которых он лично вступал в бой с противником. А полеты эти были нелегкими. Например, во второй миссии Hellcat МакКэмпбелла был тяжело поврежден над островом Маркус 40-миллиметровым зенитным снарядом, разбившим рацию, подвесной топливный бак и оторвавшим левый элерон. В таком состоянии Дэвид долетел до своего авианосца и совершил на него посадку. Однако при посадке вспыхнуло хлеставшее из разбитого бака топливо. Сбросить его Дэвиду не удалось, так как систему подвески заклинило взрывом снаряда. Командор едва успел покинуть загоревшийся самолет, который тут же был сброшен техниками за борт. Первую воздушную победу командор МакКэмпбелл одержал 11 июня, сбив атаковавший американские бомбардировщики истребитель «Зеро». Через день Дэвид отправил на дно океана пытавшийся прорваться к авианосцам бомбардировщик «Бетти». Июня стал триумфальным днем для МакКэмпбелла. В жесточайших схватках с палубной авиацией Японии Дэвид сумел уничтожить 7 японских самолетов. Всего же к концу июньского похода командор записал на свой счет 10,5 воздушных побед. За половину победы был засчитан истребитель «Зеро», сбитый Дэвидом 23 июня в паре с Клодом Плентом. Сентябрьский поход показал, что успехи МакКэмпбелла были не случайными, а закономерными. 12 сентября Дэвид сбил 3 японских самолета. На следующий день еще 3. А к концу похода общий победный счет командора МакКэмпбелла составлял уже 19 уничтоженных машин. Это был серьезный успех, но главные для Дэвида события разыгрались в октябре 44 года. В ожесточенных сражениях над заливом Лейте МакКэмпбелл сбил 11 японских самолетов, 9 из которых ему удалось уничтожить в одном бою. История воздушных войн знает еще только 2 летчиков, добившихся в бою подобного успеха. Это советский пилот Александр Горовец, сбивший на своем Ла-5 9 немецких бомбардировщиков Ю-87 и погибший в том же бою. И немецкий ас Эрих Рудорфер, уничтоживший в ноябре 43 года на Фокке-Вульф-190 13 советских самолетов в районе Ладожского озера. Уникальная схватка, прославившая МакКэмпбелла, произошла 24 октября 44 года. Дэвид провел ее на новом истребителе F-6F5 Hellcat, на котором он обычно летал с подвешенными под крыльями ракетами. Этот самолет имел личное имя. Дэвид назвал его Минси-3 в честь своей знакомой девушки Мэри Блиц. В этот день МакКэмпбелл во главе семерки Хеллкэтов встретил группу из 20 японских бомбардировщиков, охранявшуюся 40 истребителями. Дэвид приказал 5 Хеллкэтам заняться бомбардировщиками, а сам со своим постоянным ведомым Роем Рушингом атаковал истребители. Несколько минут пара отважных американцев крутилась в смертельной карусели в окружении десятков вражеских истребителей, стреляя во все, что мелькало в прицеле. В результате этой дикой схватки МакКэмпбелл отправил на дно 2 истребителя «Оскар» и 7 «Зеро» разных модификаций.
Еще две победы, 1-0 и 1 Оскар, Дэвид не мог подтвердить. Под стать своему командиру дрался и Рой Рушинг, уничтоживший в схватке 5-0 и 1 Оскар. Еще один Оскар еле ушел от Роя с тяжелыми повреждениями. Завершив свой победный бой, МакКэмпбелл едва не погиб при возвращении, когда при посадке на авианосец Ленгли, палуба Эссекса оказалась занята, у него остановился двигатель, кончилось горючее. Не лучше обстояло дело и с боезапасом. При проверке выяснилось, что у Дэвида оставалось всего по 6 патронов на каждый ствол. Отличился МакКэмпбелл и на следующий день. Выполняя роль целевого координатора, он возглавил все самолеты американского авианосного соединения и руководил обнаружением и потоплением японских авианосцев Зуйкаку и Зуйхо, а также авиатранспортов Читозе и Чиода. В ноябре 44 года, сбив еще 4 японских самолета и выйдя на первое место среди асов военно-морского флота США, командир МакКэмпбелл вместе со своим 15-м авиакрылом покинул Тихоокеанский театр военных действий, вернувшись на борту авианосца «Бенкер Хилл» в Соединенные Штаты. Здесь он был встречен как герой. Дэвид был повышен в звании до капитана, капитана второго ранга. Сам президент США Рузвельт вручил Дэвиду высшую военную награду Америки, дававшую, кстати, награжденному право больше не участвовать в боевых действиях. Почетную медаль Конгресса. О Дэвиде был снят фильм «Летающая леди». В январе 1945 года капитан МакКэмпбелл совершил на своем заслуженном «Хеллкэте» облет 23 военно-морских авиабаз. Летчики США должны были воочию увидеть своего героя, живую легенду морской авиации Америки. По окончании войны Дэвид МакКэмпбелл командовал авианосцем «Бон Ом Ришар», на котором ему пришлось участвовать в Корейской войне. В 1964 году Дэвид вышел в отставку. В 1987 году МакКэмпбелл дал интервью журналисту Берту Кинзу, на основе которого и была составлена данная биография. За свою короткую 8-месячную боевую карьеру Дэвид МакКэмпбелл в 72 боевых вылетах и 61 проведенном бою уничтожил лично 33 и в группе 2 самолета. У американцев групповые победы делились по количеству стрелявших. Две победы по 0,5 равняется одной победе. На земле он уничтожил 21 японский самолет, еще 11 не подтверждены. МакКэмпбелл, кавалер высшей награды США, почетной медали Конгресса, держатель рекорда среди союзников по количеству уничтоженных в одном бою машин. Кроме того, он ни разу не был сбит и не покидал самолета на парашюте. МакКэмпбелл скончался в 1996 году в госпитале в Ривьера-Бич, похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. В его честь назван эсминец МакКэмпбелл, а также терминал в международном аэропорту Палм-Бич.